Всем привет, меня зовут Настя, вы на канале «Жизнь в Англии». И вот уже четвертый день у нас стоит очень-очень густой туман. И просто сегодня я уже просто не могла это не заснять, потому что туман просто вот что вечером, что утром, он просто... Видимость довольно небольшая, где-то, не знаю, может, 50 метров. Камера немножко-немножко искажает, но на самом деле видимость где-то 50 метров, но не больше точно. И вот сейчас утро. Почти 9 часов, и мы идем в школу, да, Макс? Да. Да, Макс, скажи всем привет. Всем привет. Ну да, скажи, у нас густой-густой туман, да? Да, очень сильный туман, все видно. Все плохо видно, да, Макс? Ага. А куда ты идешь? В школу. Да. Вот мы уже перешли дорогу, и вот этот светофор очень такой замечательный. Вот смотрите, вот женщина сейчас остановилась, и все машины сразу останавливаются. То есть у этого светофора, у этого перехода вот эти желтенькие фонарики сверху, это означает, что как бы приоритет пешеходам. В любом случае машина должна остановиться. И вот мы идем дальше до школы. Вот уже родители идут обратно со школы, сразу видно в телефончиках. Такое солнышко светит. Ну, стоит женщина, которая держит знак и останавливает машины. Она помогает детям и родителям перейти дорогу. И вот сейчас мы уже поворачиваем к самой школе. И здесь уже видна такая движуха, но мы идем, как обычно, перед открытием школы, перед закрытием гейтов. У нас осталось минут 5, чтобы отвезти Максика, поэтому здесь движуха уже не такая большая. А обычно здесь толпа, что в одну сторону, что в другую сторону. И вот сейчас из-за вируса сделали, вот с этой стороны все входят, а с этой стороны все выходят. Вот, видите? Это специальное разделение, чтобы было меньше народу соприкасалось друг с другом. Школа, как бы, до нее идти вот сейчас меньше одной минуты, ее даже не видно. Вот светит солнышко, и оно все в тумане. Здесь большая площадка, и ее тоже не видно. Вот такое утреннее видео про туман. И я отвела Максима в школу, и со мной остался вот такой лось. Макс очень хотел взять игрушку с собой, но учительница не разрешила. В принципе, что и хорошо, потому что и вирус. И обычно, когда мы куда-то берем игрушки, возвращаемся без нее. Поэтому лось будет с нами. Вот, на этом все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в новом видео. Всем пока.